этому поводу, то, что вы говорили о жене, которая отменяет себя перед мужем, становится хозяйкой. Да. Что приводит эту потребность отмениться перед мужем? Что, какая основа? Ты спрашиваешь о нашей жизни? Тоже. Я не знаю, это как ветви корень, может быть, что так, с помощью того, что Малхут отменяет себя по отношению ко всем девяти первым, она становится управляющей ими и получающей их, и Малхут, царство. Малхут, с одной стороны, как бы последняя и слабая, и черная, и нет у нее ничего. С другой стороны, именно с помощью того, что она присоединяет к своей тьме все девять первых, она поднимает их к свету. Окей, но из того, что мы все еще здесь исправляем духовные корни, есть связи, духовные корни во всякого действия более высокие есть в нашем мире. И я вижу, даже по себе лично, я чувствую большую мою способность давать группе, сделать что-то для группы, заботиться о товарищах, что это исходит из того, что у меня есть сильная поддержка, жена, которая подталкивает меня сзади. Верно, верно, потому что так и должно быть. Поэтому каббалисты рекомендуют всем жениться. Да? Я когда-то слышал, да, но это не то, чтобы нужно углубляться в это. Рабаш говорил, ты можешь жениться, пускай она живет в Америке, а ты здесь. Да, мы это слышали. Но все еще, если я смотрю, все мои большие товарищи, у них есть жена, которая просто дает им все, что им нужно для того, чтобы мы видим результаты здесь. И больше того, я слышал, жена нашего хорошего товарища спросила его, что я могу сделать для... что я должна сделать, чтобы быть твоей женой. И он сказал ей, ты должна знать, что ты должна давать мне все, что мне нужно, и не хотеть получать от меня ничего. Он великий каббалист. Большой каббалист. Ладно, такого учения я не слышал, такой Торы. Но